Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 24 ноября 2023 года. Деточкам Зосеньке исполнилось 17 дней. И я рада представить вам трех сестренок, помет на буковку К. Надо придумать имена красивые. Вот у меня уже есть вроде имя Каролайн. Black Rose, черная роза, кому-то из девчонок, может, подойдет. У нас две девочки короткошерстные, одна девочка длинношерстная, одна девочка короткошерстная, не крупная, почти нет белого. Вот чуть-чуть вот здесь беленькая. Открываю при раннем резерве до Нового года. Если зарезервируете девочку, то стоимость этой девочки при раннем резерве 80 тысяч рублей. Ну, насчет размера, конечно, слишком рано говорить. Я могу сказать только сейчас, на вот момент того, что я снимаю видео, она по сравнению с другой сестренкой поменьше. Вторая короткошерстная девочка имеет больше белого. У нее на лапочках белое. Вот здесь на шейке белое, на груди белое. И при раннем резерве до Нового года предновогодние скидочки для резерва 80 тысяч рублей. Для резерва на этих девочек при таком раннем резерве просим предоплату 50% от стоимости щенка. И вот эта девочка у нас остается одна. Держи вот этих двух. Что-то они у нас активно разбегаются в разные стороны. Боюсь уронить. А я вот так буду держать колобка. Держи двумя руками. У нас остается одна длинношерстная девочка. Она очень хорошо одета на этот возраст. Мне кажется, что она будет супер-супер длинношерстная. Белого почти нет. Очень напоминает мне изюминку, которая, кстати, сегодня я взвешивала, весит 930 грамм. Мы набрали необходимую минимум веса, и мы поедем скоро на прививку, буквально завтра-послезавтра. А вот эта девочка длинношерстная, черная, 120 тысяч рублей. Она похожа на изюминку. И как она сейчас одета, я так понимаю, это будет шикарный длинношерстный ребенок. Потому что изюминка у нас даже в месяц практически не была пушистой. Значит, эта девочка, в отличие от вот двух сестренок, крепкая, крупная, и я не знаю, какого она веса вырастет, но сейчас она мне напоминает стандартного веса девчонку, потому что, ну, ребята, посмотрите, это бегемотик. Ой-ой-ой, мы пошли, нам еще тут 3 недель, нет, мы уже ходим. Посмотрите, какой крепышок. Напоминаю, папа Лева шоколадный, длинношерстный. Девочка вот эта длинношерстная, немножко такая, как бы не совсем черная. Она больше Фиму напоминает. Черная с таким рыжим, наверное, подшерстком, как будто бы. Ну вот, посмотрите на камеру, посмотрите с девчонками. Так, мама Зося, рыжая, с черным носом. Ну, Зося тоже геноноситель шоколада. И поэтому мы вот такие вот разноцветные, неожиданные по окрасу, конечно. Но, тем не менее, веселые девчонки. На этом я с вами, дорогие друзья, буду прощаться, чтобы не уронить малышек. Отдаем их мамочке. И увидимся с вами в следующих видео о жизни наших питомцев. Всем пока-пока и до новых встреч!